Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Первые билеты на Кубок Конфедерации по футболу 2017 года уже в продаже. Гандбольная «Лада» разгромила майкопский АДИ в чемпионате России. Пловцы-паралимпийцы выиграли 22 медали на всероссийских соревнованиях. Самарские пловцы завоевали 22 награды, из них 9 золотые на турнире среди паралимпийцев на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таиновича. В Салавате на старт вышли спортсмены с нарушением слуха, зрения, интеллектуального развития, поражением опорно-двигательного аппарата. Победителями соревнований стали самарцы Ирина Дрокина, Александр Бурлачев, Егор Шевелев, Илья Нарубин. В рамках турнира прошел и первый этап Кубка России. Егор Шевелев завоевал золото, а Марина Запивалова – серебро и бронзу. До призовых мест в чемпионате России по гандболу тольяттинской «Ладе» еще далеко. Турнир в Суперлиге только начался. Но спортсменки из Автограда не знают поражения. Очередную победу они завоевали на родном паркете, разгромив с неприличной разницей в счете аутсайдера турнира АДИФ из Майкопа 35-18. После 7-й победы в 8 играх «Лада» занимает 2-е место в Суперлиге. Ростов-Дон – 1-е. Билеты на Кубок Конфедерации FIFA 2017 года уже в продаже. Турнир чемпионов пройдет в России. На сайте Международной Федерации Футбола можно купить билеты на все матчи, включая игры открытия и финал, а также все поединки сборной России. Цена билетов на матчи группового этапа для россиян начинается от 960 рублей, для всех остальных болельщиков от 70 долларов, то есть от 4500 рублей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.